Вот мы приехали с рыбалки. Сейчас здесь вот чистим, моем, промываем гальяны. Вот это можно, да. Смотри, что сделать. Кто может мне очистить, вылить вот это? Я могу. Это вот баночку колу я набрал, это кошкам. Ух ты, у них сегодня праздник. Так, праздник. Это вот большие, которые, я их старше буду чистить, покажешь. Так, на улицу кто вынесет? Угу. Покажи, куда их вынести. Ну, вот там. И воды налей. Вот там за козликами на травку. Да, вынести. Давай. Только что. Так, теперь нужно куда им кишки делать. Так, эти караси куда пойдут? На готовку, да? Это и ну. Ага. Игорь, я снесу сейчас. Пойдем. Там чистим. О, давайте. Ничего себе. Приятная. Смотри, какие. Приятная неожиданность. Вам... Глядите, я поделю. Головки тут кишочки. Это ж хорошо. Там, да? Я разберусь. А здесь, Игнатий Ильич, я вот эти пузыри не выбрасываю, они очень это жирненькие. У карася. Они что, получается, все желтые, что ли? Да, все желтенькие, нету всех. Удивительно. Желтенькие, у них очень такая мелкая косточка нежная. И вот эти маленькие, они пойдут на ура, вообще они не костей будут. Ну, единственное, что эти будут немножко рёбленные. Приятная рыбалка, вот это вот то, что надо. Да. Не зря мы целые сутки с пацанами. А я еще вчера, Игнатий Ильич молится там, говорит, Господи, там, тары нам доброй рыбы. Я такой думаю, Господи, неужели ты через меня исполнишь эту молитву? Не может быть. И не поверил. Как та женщина, которая кучу выглядывала, все. Перейдет она туда. Да, 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 да. Так и плечи, я не поверил. Ну а сегодня, когда увидел, как там затрепещались эти желтенькие. Да, да. Караси. Зеленая, и там это желтая, я думаю. Караси, ничего себе. Да, чудно дело, Господи. А я это ведро-то я сейчас. Смотри, как я их учу. Вот эта, которая покрупнее, мы ее чистим. Вот, с двух сторон, види. Вот так нажимаю, вот оно, все с нее вышло. Кишки вылезли. Все, ничего нет. Вот чашку. А ты глянь, какой большой гальян. Вот так. Ее не рвать, еще не надо, он лопается. Почему они не клевали? Потому что пищи достаточно, ил. Ил свежий нанесло, и они не берут. Видно? Вот она, которая крупная, сразу раз, отрываешь, потом куда надо, попередишь. Можно я попробую? Вот эти, которые маленькие, еще целое карась, ведро у нас, тоже сейчас будем на листиках. Так что? Я хочу попробовать. Здесь вот я уже потом солю слоями. Вот эти три готовы. Готовы, да? Да. Сейчас я их туда вывалю. Что дядя Володя, чтобы он ими занялся. Это промыли. Печка топится. Да, да. Ты... там огонь. Сейчас посмотрим. В городе ничего этого нету. Она мелочь такая. Ну а планктон какой? Это вот уровень такого планктона. Вот трава. А вот он. Кто тут убрал? Вот трава. Тщательно смотрите траву. Там бывает внизу трава лежит на листике на самом же. Здесь вот я русскую печь затопил. Травы оставалось еще. Сколько я выбросил еще? Ну, внизу. Еще вверх что? Уходит много. Чай потом будем в русскую печь закладывать. Что тут осталось? Ну, смотри, вот тазик помыть надо. Так, подожди-ка. Дай мне это, Инафа, дай мне вот тут черепушку, которая мешает. Так, чтобы они опрокинули ведро. Вон, ну, на подоконнике лежит, вон. Так, то надо... Помешай здесь вот. Сейчас, подожди, он высыпет. Зачем берете? Перемешать сейчас, перемешать. А, перемешать. Ей удобно перемешать.
Ну, у нас все удобно. Мы сейчас отдадим. Сейчас я перемешаю соль. Вот оно что. Вот это сами ополоснули. Лишнее убрать. Травиночки. Все, уже чистое. Соль. Это кончено? Перемешай. На самый низ не надо, тут до середины. Так. Вот так вот перемешай. Подожди-ка. Все. Убирай. В сторону. Так, ты что делаешь? Кишки выпускаешь? Не, я не туда, я сюда кишки. Ну, я понял. Зажарится. Здесь кишки. И потом всю зиму я даю, кошкам добавляю, да и самим все, уже вкус есть. Ну, вот и это тоже готово. Да. Сейчас будем заполнять. Ух ты, как много заполнилось. Марк. Вот я запустили. Тот пруд, Игорь говорит, около 500 штук. Но я не думаю, что 500. Но много. Может быть, он сам выпускал, там больше видел. Так. Теперь смотри. Я уже не давай. Убери-ка оттуда. Туда и. Ну-ка, сколько это тяжесть? Это 15 литров, 2 ведра. Ой-ой-ой. Так. Все. Все, отдай ему это. Вот оно что делает. Смотри. Карасей-то вытащили. А все это выберут. Счету нету, несколько тысяч, конечно. Надо успеть засолить, чтобы еще не испортилось. В море того, для большого сейнера это килька-то, она какая? Она вообще никакая. Мойва. Тоже рыба, что ли? Смотри, сколько это. Травы. Сейчас я еще маленько подкину, и вам начну выходить. Это уже теплая. Уже надо скорее ее разлагать. Разложить, сказать. Разлагать она без нас будет. Так, все разделать. Давай, все записывается. Давай. Ну сюда же кладем. Ему все, забирай. А? Ему может баночку-то рядом поставить, чтобы кишки выпускать-то. А ему неудобно туда тянуться-то. Ну, можно поставить так. Вот он так будет вот это делать. Отлично. Все. Я буду. Ну, не знаю, делать. Надо вот сначала ведро приходовать. Засадить. Тогда надо это, еще красное ведро принести. Еще туда. Или... Какие? Вон гальянчик. Он идет жирный. Потихонь папаша. Гальянчик. Да. Приятные хлопоты называются. Особенно для тех, кто... И главное, что хорошо, что я участник этих событий. Да. Приехал хоть не зря. А то я сижу там, думаю, неужели так на 20 карасях все закончится? Гармина все закончится. Ну да. Да на двух карасях. Нет, дело все в том, что я даже и не привык так. Я сразу штук по 50, по 100 пескарей. Таких пескариков. Тайге-то. А здесь, ну нету, нет, клево. Еще Игнат Игнатьевич с таким удивлением, почему нет клёва? Я смотрю на него, думаю, интересно, чего он так поражается? Клёва-то нет. Еще и ты подошел какой. В этом году клёва нет.
Не дурно, да, именно так. Так даже на мордушку этот, Никита Устинов ставил мордушку зеленую большую, которую, знаешь, в том году ведрами таскали, это гальянов. Ага. И на нее не ловится у него. А, то есть у него он в этот раз не поймал, он приезжал? Ну, он говорит, что в последнее время что-то там карасики начали попадаться, но тоже мало, мало тоже. То есть по сравнению с тем годом что-то мало. Я смотрю, ну Игнат Тихонович что-то думает. Все, еще он помолился. Я смотрю, он что-то думает. Я же знаю, что что-то он думает. Думает, что он думает? Что-нибудь придумает, да? Да, он вот что придумал. Как это, дядя Валя Устинова говорил, братка, ты со мной что-нибудь придумаешь, говорит. Своим. Видишь, его уже это, добило, да, когда я сказал, что на шлюзах нету ничего. А он же не любит этого. Как так он туда нас послал? Он думал, что мы действительно там прям будем вот так вот одну за другой, мы ведрами. Так если мы там в траве руками ловили, когда там протекало в дамбе-то, вот где бежит ручеек-то, мы же оттуда там на траве потом руками ловили. Как думаешь, у тебя мысль какая есть, почему второй раз было, не знаю, во сколько раз меньше, раз в 10? Мысль какая, ушли. А дальше, в широкую часть? Ушли, да. Скорее всего. Да. Они поняли, чем это закончится. Ну я так думаю, что если не поняли, то они просто начали метаться и ушли где-то на глубину. Да. А вы же начали в тот раз с глубины. Да. А они здесь, видать, грелись. Может быть, но. Так, вынеси воду. Выносить, Тарас. Спасибо. Иди нахуй. А полосни и наливай воду. Я должен тут этим заниматься. Это надо делать очень быстро. Она уже теплая там внутри. Хорошо перебирайте. Потом увидите, какая красота. Так, не надо сдвинуть. Значит, ну ладно. Все, я выключаю. Все, да. Пешку показал огонь? Да, показал. Мне сейчас сдвинуть надо. Ты соли там добавь, сейчас туда я буду отпускать. Сейчас. Хорошо. Так, вот я разложил гальяны, вот покажи. Листик тоненьким слоем. Сюда поближе подойди. Угу. Получилось сейчас сколько у нас тут? 4, 5, 6, 7. 7 небольших листочков. Туда я вот, посмотри. Вот, покажи туда. Опустись пониже. То есть вот здесь вот были угли, я их сюда вот скинул. И сейчас буду туда закладывать. Все, отходить. Вот таким образом. Тут они есть, в жиже даже плавают. Еще. У меня для этого есть скребочек, то есть тяпка называемая. Давай посмотрим еще, как они по совместимости войдут, не войдут туда все. Не войдут все так. Закладываются гальяны. То есть они с солью перемешаны. Сейчас буду там ставить печки. Буду посматривать изредка, чтобы они не подгорели.